Ну что же, раз их приветствую, мы продолжаем проходить Dead Space 2, вторую, да, часть. Посмотрите описание прошлой серии, будет здесь вот. Сегодня в прошлой серии, посмотрите, ссылка в описании находится на плейлист, да, и подсказка справа, сверху справа, подсказка есть на предыдущую серию и на плейлист. Вот, с полным прощением данной игры. Вот, меньше разговоров, больше дела, да, как говорится. Поэтому даже подобно надевать пледик, когда там предупредил кушать, прям чупить копить или пить воды. Потом просмотр. Мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Время стоит. Почему-то. Так, ладно, что нам тут надо делать? Блять, что это? Ждите. Камера уплотнения мусора 752 переведена в режим диагностики. Поршень пресса отключен. Только для уполномоченного персонала. Теперь можно войти в камеру. Пошли. Бля, ебучие вы твари, блядь. Давай. Ой, бля. Не успел, надо было сразу здесь ставить, хорошо. Хорошо. Ну чё, кто еще там? Все? Засали бибу, да? Ибо нехуй, блядь. Вот так вот, блядь, себя вести, ёбаный, блядь. Так, подожди. Да ебать. Спасибо за лут. Зона невесомости. Но я, наверное, туда, да, ведь все. Ну, я понял, что нам туда, скорее всего. Не зря мы сейчас туда зашли. Да прикольно, как эта тема сделана. Thank you.
Сейчас столько сказать твари будет, я уже видел даже. О, бля. Хуя, видишь, была. Да, что раз попадает? Пам-парам! Ну? Давай, 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 ну-ну-ну. Конечно, блядь, да-да, нахуй, расскажешь. А-а-а. А, да. Знаете, как я сделал? На всякий случай сделал вот так вот. На всякий случай, ребят. Да, понял. Ну так, на всякий случай, ребят, на всякий. Пожарный. Знакомая локация, да, как с первой части? На всякий случай. О, еще здесь босс будет, да? Я ж правильно понимаю, здесь босс сейчас будет. Я прям в этом уверен почему-то. Правильно. Нет, никого не будет здесь. Но я так, в принципе, и думал. Дай солд. Нет, да, брат, не туда, не туда мы с тобой. Заебись, блять, потратил патрон за тебя, ебаного, бля, хуйная тема, я говорю тебе. Чем вообще заебись? Ребят, просто для чего вот это все? Нужно. Нужно. У нас классно само оружие есть, которое так сколько у нас стоит. А у нас как раз один и был. Ну, как хорошо здесь. Как хорошо здесь дают. Ха-ха-ха! Кто-то попался. Тоже попался. Кто-то попался. Кто-то попался, ребята.
то-то. Ой-ой-ой, сюда, брат. Дай. Кто-то попался у нас здесь. Кто-то попался. Ну так, ребят, на всякий случай. На всякий случай. Вот я к маме больше собрать будете, ну ладно. Потратили, вернули. Поэтому с вами, видишь, мы узел с собой вернули, который потратили там. Поэтому целый приобрели аптечек очень много. Очень хорошо. Добрый день. Так, ебаный в рот, куда ты встаешь там? Хорошо, по-другому тебе вижу. Добрый день. Не похуй. Опа, нахуй. Так тихо, да, непринужденно, блядь. Бля, что здесь творится? Ебаный в рот, куда я... Мари. В моменте сразу же, моментально, блядь. В моменте просто моментально, видишь? Текст сообщения, да, почитаем. Сок здесь. Ох. Да, почитаем. Текст сообщения от Салли Хеннон. Кому Мэриан Хеннон? Видимо, сестре, не знаю. Может, матери, не знаю, кому-то сестре. В общем, Мэриан, это Салли. Ты найдешь это сообщение, когда придешь за моими оставшимися вещами. Я старалась ничего не забыть, но вокруг происходят удивительные дела. Перерождение случится очень-очень скоро, как они и обещали. Это особый случай, выпадающий раз в жизни. Вернее, раз за миллион жизней. Они говорят, что мы готовились к этому событию еще до того, как стали людьми. Представляешь, насколько особенно мы себя чувствуем? Мы те, кто увидит все своими глазами. Я так взволнована, что у меня мурашки идут по коже. Меня даже знобит. Все, мне пора. Церемония начнется... Блять. Церемония... Да ёба! Церемония начнется через полчаса, и я не хочу опаздывать. Пока, сестренка, люблю тебя всем сердцем. Приходи и приходи, присоединяйся к нам. Все, пока. Сестре написала, ну, интересно очень. Ёпта. Что-то музыка, знаете, непринужденная, это вообще трэш. Так, ну здесь мы с тобой больше ничего не найдем. Туда мы пришли с тобой. Пошли потихо. Давай, давай, давай. Ну иди, иди, иди. О, да, да, да. На нахуй. Все. Все. Поиграл. Хватило. Ну, блядь, я говорю, охуенное просто оружие. Это прям очень классное оружие, я вам серьезно говорю. Нет, дашь лут? А, дополнительный лут не дашь, хорошо. Так, ну здесь у нас с тобой ничего нету особого такого, да?
кажется, лучше. Хорошо. Ебать, ты чё, вы шо ебанутый-то, блядь? Это очень крипово, ребят. Вот это, ну, реально крипово. Блядь, осуждаю. Соболезную осуждаю. Кого, блядь? What your... Чё? What are you willing или willing to give up your life for? Не хуй знает, как переводится, но ладно. The marker will save us. Блять, ладно. Мне страшно, Айзек. Я не хочу умирать. Отстань! Но это единственный выход. Ты не Николь. Николь умерла. Тебя здесь нет. Отстань от меня, ёпта. Чё ты меня наебался-то? Кот или кат или сао. Это меня очень настораживает. Шторка ебаная очень настораживает. Прошу прощения, просто кровать пугала меня. Да? Да, ну вообще интересно, куда пройти. Да, ну здесь ничего такого не будет, ребята. Ну, здесь даже будет, тут, наверное, где-то здесь. Ебать, это шо нахуй? Вот это тот самый, которому это? Она была красная, помните? Это обелиск или как он? Не обелиск. Почему он здесь черный? Это, видимо, статуя для него, не знаю. Помните, которого мы в первой части в конце, блядь, убирали? Бля, какие-то статуи, ебать. Бля, ну, ребята, вы совсем ёбнулись, еще не ёбнулись. Бля, ну тут, скорее, сейчас босс будет. Я уверен в этом, что здесь босс будет. Если нам сейчас туда спускаться, да, там пизда сейчас будет, там босс. Сразу перезарядим все туда. Поехали. Нам туда, да? Да. Да, здесь сейчас будет босс. Я вас уверяю. Дэйна, солдаты Тейтмана меня нашли. Они летают за мной на каком-то штурмовике. Ты почти дошел, поспеши. Летают, нахуя, нахуя они летают. У
Не, ну ребят, ну я, конечно, все понимаю. О, бля! Дядь, ты чё? Бля, она была раньше, надо было поближе, ну ладно. На-на-на-на-на-на-най. Ну, с этим, говорю, с этим оружием вообще спокойно так себя чувствуешь. Непринужденно. Куда нам? А, ну все, значит. Даже здесь больше ничего такого не будет сильно. Особо больше только такого не будет, да? Бля, вот это ж. Ебать. Бля. Бля, нам вниз, да? На вниз? Да, ребят, на вниз. Какая-то хуйня не живая. А, да? А куда нам? А, ну а сохранимся, хули. Пока есть возможность. Ну пошли, чем? Ну я говорю, ребят, тут сейчас пизда будет, я вам говорю, тут сейчас будет босс. Я в этом прям, блядь, уверен, что здесь будет босс, я прям уверен, что балкаться, ребят, но обычно у меня опыт, блядь, все, ну, как сказать, не первый раз же я играю в игры, да, у меня опыт огромный, и когда такие локации огромные, ну я так и думал. Да тварь! Так, хорошо. Поиграем по вашим правилам. Поехали. Так, бан. Бан. Да ты смеешься или что, блядь? Я надеюсь, это все, блядь. Бля, потом почти не осталось, ребята. Так, держу в курсе вас. Все. Я же говорил, что-то тут такое, видите, будет. Ну, блядь, потому что это, ну, логично. Ты же когда в такой игре особенно, да? Типа хорроровый. Делают такую большую локацию, здесь явно что-то будет. Но я думаю, здесь будет босс. Чем такой? Такой босс реально прям, ну, нормально должен был быть здесь. Так, ну давай пойдем посмотрим просто. Все, больше сейчас тут ничего не будет, я уверен в этом. Я хочу посмотреть, есть ли тут что-то еще. Записки, блядь. Ебать, что это, блядь, такое вообще, нахуй. Так, пошли, ладно, похуй, сохранимся. Что-то я... Хочу очень сильно сохраниться. После такого. Ну, это, конечно, было не прям жестко, да, то есть... Ну, так, что у нас по патронам с тобой? Собственно, здесь у нас 2 патрона с тобой. Здесь нихуя патрон нету. Здесь 7 и снайпа, да? Поехали, сейчас с снайпой погуляем. Выгуляем, хоть снайпу выгуляем. Да-да-да.
А, нам здесь тут слушать? Ну, значит, здесь ничего такого, наверное, не будет. Дальше будет. Да, послушаем. Где? Чудесная находка. В 2214 году геофизик по имени Майкл Альтман совершил открытие, которое изменило мир. Глубоко на дне кратера, возле полуострова Юкатан, он обнаружил священное неземное чудо – обелиск. Обелиск обратился к Альтману и открыл ему план, согласно которому все человечество объединится, чтобы достичь нового светлого будущего. После того, как Майкл Альтман объявил о своей находке, люди стали стекаться к нему миллионами, чтобы узнать об обелиске и об обещанном единстве. Однако были те, кто в посланиях Альтмана усмотрел угрозу. В 2215 году, 15 марта, Майкл Альтман был убит, став первым мучеником нашей церкви. Это церковь? Это церковь? Последователи Альтмана глубоко скорбили об этой утрате, однако нашли утешение в обещанном им единстве. Они не могли допустить, чтобы правда была скрыта, и основали церковь юнитологии, которая распространила по миру свет откровений. Сегодня церковь юнитологии можно встретить в любом уголке известной вселенной. Ее учение столь же сильно и актуально, как и во времена Альтмана. Церковь насчитывает миллиарды последователей из самых разных социальных, культурных и экономических слоев. С каждым днем их становится больше. Чё, блядь, за звуки, нахуй? Это те музы, что ли, видите? От них падают, типа, они, что ли? Типа, работают, такая хуйня. Церковь юнитологии станции «Титан», основанная небольшой группой верующих шахтеров, превратилась сегодня в центр нашей религии. Именно здесь располагается один из самых больших и прекрасных в Солнечной системе храмов, который часто служит местом проведения ежегодного симпозиума мистиков юнитологии. Да, помните эту тему, да? Обелиск, вроде обелиск. Мы убрали, помните, мы его пытались уничтожить в первой части. Вот он, блядь, вот он. Блин, ну как всегда. Пока мы ожидаем воссоединения, очень важно укрепить наши связи с обелиском. Понять, какое будущее он для нас уготовил. Обелиск взывает ко всем нам. И наш долг — ответить этому зову чистотой сердца и открытостью разума. Ну, блядь, как всегда в подобных всяких, да, фильмах, играх вообще, в принципе, да? Художественных произведениях, может, фэнтезийных даже больше. Как всегда, блядь, что-то нашли, блядь, и похуй, давай, блядь, изучать нахуй, просто делать всякую поеботу, которую мы не знаем, с рисками жесткими, да, вообще для всех. Потом нахуй какой-то находится чел, который такой: а, блядь, что происходит, и все. Приходит сюда и что-то и разбирается с тем, что натворили. Блядь, еще... Он нашел тебя! В церковь, быстро! Глава 4. Церковь юнитологии? Но почему сюда? Это одно из немногих мест на станции Титан, куда у Тедмана нет доступа. Разделение церкви и государства. Нет, Дейна, мы не должны сюда соваться. Куда угодно, но только не сюда. Айзек, мой брат погиб, пытаясь спасти тебя. Это важно. Все получится. Наверху в церкви есть одно безопасное место. Встречаемся там, ладно? Да? Начало тура. Напоминаю, оставайтесь с вашим гидом. Пожалуйста, воздержитесь от разговоров во время церковной службы. Добро пожаловать в церковь юнитологии станции Титан. Мы искренне рады видеть вас в священных стенах этого центра света и надежды. Наши гиды с удовольствием расскажут о наших воззрениях
и о том, насколько светлой и полной смысла может стать жизнь каждого человека. Естественно, этот тур вас ни к чему не обязывает. Пожалуйста, не отставайте от своих гидов. Вскоре к вам подойдет один из них. В шоке. Внимание всем гидам. Следите за тем, чтобы посетители постоянно находились в поле вашего зрения. Посторонним лицам вход в центр посвящения строго запрещен. Помните, вы луч света для тех, кто блуждает во тьме. Куда церковь сделали? На базе этого обелиска. Ебать, здесь это длинное будет очень, ребят. Добро пожаловать в магазин подарков церкви юнитологии. Выберите для ваших избранных особый сувенир, который расскажет им, что сегодня вы посещали храм Альтмана. Обратите внимание на кулоны в форме обелиска, сделанные из фрагментов самого Титана. Хвала Альтману. Понятно, блять. Понятно, да. О, сейф-зона, сейф! Сейф, блядь, чё сейф? Сейф-зона. Что, блядь, юнитология, блядь? Блядь, знаете, что же на Гарри Поттера как-то похож на этот, блядь, шрифт? Тысяча, блядь. Так, давай-ка мы с тобой, я думаю, снайпу прокачаем. Что у нас что прокачано? У нас с тобой резак прокачан, этот не прокачан. Снова прокачано. Здесь здоровье прокачано. Давай-ка мы с тобой. Ну, здесь чисто видишь, что так надо идти. Попозже это будет. Так, погнали. Закупаем сейчас, да, с вами. Чем понят? Дротики, блядь, хорошо, блядь. Ух, еба, как хорошо, что у нас только с вами это есть. Аптеки. Так, нам с тобой что нужно? Явно не это. Рюкзак полон, да? Хотя бы так, ребят, хотя бы так. Так, а что у нас по Патрикам с вами? Один, так. 11 здесь. Ну, уже лучше, чем ничего, знаете ли. Короче, вот эти две, это будут, ну, так, знаете, используются редко сейчас, да, прям на жесткие, да, будут там, не знаю, месилу какой-то, да, или что-то еще. Вот, это будет на постоянку использоваться. И это тоже, как доп, к
по стоянке, все. Что-то это второстепенное оружие у меня будет. Вот это у меня будут основные. Типа вот это основное, это второстепенно для основного. Если вот тут патрон закончится, да, либо разрядится оружие, то вот это возьму снайпу. Ну пока хорошо у нас с вами с патронами. Ну, пока что у нас с вами все хорошо с патронами. Это рад. Давайте мы на этом с вами закончим, да? И в следующей серии уже конкретно пойдем дальше. Спасибо за просмотр. Такая серия была. В принципе, все. Увидимся в следующих сериях. Давайте.